sedzie w bramie. Skoro jest tam przywanie, nieco mam na stryciu. Rebel bala w nogę, to kto nie riskuje, to nie ma mieszkanie. Здравствуйте, товарищи! Бесконечно благодарен вам за то, что вы пришли сегодня на стадион «Труд». Сегодня вы увидите первую встречу в рамках открытого командного чемпионата России по спидвею. Я могу еще раз подчеркнуть, вы не пожалеете, что пришли сегодня на стадион, потому что вы будете сегодня свидетелями ни больше, ни меньше, не побоюсь этого выражения, титанов. Сегодня на стадионе «Труд» встречаются команды «Восток», город Владивосток, и спидвей клуб «Турбина», город Балаково. Ну а теперь, друзья мои, позвольте представить вам участников сегодняшних соревнований. Команда «Восток», город Владивосток. Номер первый. Номер второй. Вячеслав Казачук. Номер третий. Алексей Харченко. Номер четвертый. Михаил Кремер. Номер пятый. Ренат Кафура. Номер шестой. Thank you.
нет, останавливают заезд. Заезд остановлен. Ну, хорошо, что со спортсменом все в порядке. Контакт небольшой получился. По решению главного судьи соревнований из заезда исключен номер 10 Владимир Бородулин. Следы был Турбина, как виновник остановки заезда. Мы ждем перезаезда первого заезда. Будем теперь принимать старт трое спортсменов. Это Максим Караченцев, Денис Газатуллин и Вячеслав Казачук. И вот сейчас у Дениса Газатуллина задача как минимум, так и максимум привести 3 очка. И тогда у нас получится ничего результат первого заезда. Одержал номер 9 Денис Гизатуллин, спидвей клуб «Турбина». Вторым на финише был номер 1 Максим Караченцев, команда «Восток». И третьим заезд закончил номер 2 Вячеслав Казачук, «Восток». Время заезда 69,4 секунды. Заезд сегодняшних соревнований. Команде спидвей клуб «Турбина» замена. Семен Власов, а также замена в команде «Восток» вместо Михаила Кремера Григорий Лагута, номер 8. Итак, друзья, совсем чуть-чуть. Победу в заезде одержал Григорий Лагута, номер 8, команда «Восток». Вторым на финише был номер 11, Денис Сайфутдинов, «Турбина». Третьим заезд закончил номер 3, Алексей Харченко, «Восток». И последним в заезде был номер 16, Семен Власов, «Турбина». Время заезда 68,6 секунды. Итак, дорогие друзья, в этом заезде без изменений. Роман Поважный, Ренат Гафуров, Андрей Кудряшов и Михаил Скачков.
Германии из заезда исключен номер 6 Михаил Скачков, команда «Восток», как виновник остановки заезда. Ну, 58 секунд осталось до момента принятия старта. Будем надеяться, что гонщик успеет. Да, что бы ни случилось, можно доехать в этом заезде. Однозначно. Номер 14 Андрей Кудряшов, «Турбина». Время заезда 69 секунд.
одержал номер 11 Денис Сайфутдинов, «Турбина». Вторым на финише был номер 15 Эмиль Сайфутдинов, «Турбина». Третьим заезд закончил номер 7 Артем Лагута, «Восток». И последним в заезде был номер 3 Алексей Харченко, «Восток». В этом заезде 5-1, убедительная победа спидвей клуба «Турбин». А в следующем заезде у нас принимают старт следующие участники. Номер 2 Вячеслав Казачук, «Восток». Номер 10 Владимир Бородин, «Турбина». Номер 5 Ренат Гафуров, «Восток». И номер 13 Роман Поважный, «Турбина». Ну что ж, совсем немного времени. 10 секунд до момента старта. Вторым на финише был номер 5 Ренат Гафуров, «Восток». Третьим заезд закончил номер 2 Вячеслав Казачук, «Восток». И последним заездом был номер 10 Владимир Бородулин, «Турбина». Так, в команде «Восток» замена вместо Михаила Крымера Григория Лагута, номер 8. Также замена в команде «Турбина» вместо Сергея Кузина Семен Власов, номер 16. Заезды принимают старт. Григорий Лагута, номер 8. Семен Власов, номер 16. Максим Караченцев, номер 1. И Денис Касатурин, номер 9. Номер 8 Григорий Лагута, команда «Восток». Вторым на финише был номер 9 Денис Гизатулин, «Турбина». Третьим к финишу пришел номер 16 Семен Власов, «Турбина». И последним заездом был номер 1 Максим Караченцев, команда «Восток». Время заезда 68,4 секунды. Номер 6 Михаил Скачков, «Восток». Номер 14 Андрей Кудряшов, «Турбина».
номер 7, Артем Лакута, Восток, 15-й имени. Что ж, дорогие друзья, не сможем выйти на старт Михаил Скачков. Победу в заезде одержал номер 15, Эмиль Сайфутдинов, Турбина. Вторым на финише был номер 7, Артем Лакута, команда «Восток». По техническим причинам не закончил заезд номер 14, Андрей Кудряшов, Турбина. Время заезда 70,3 секунды. Ну что ж, 3-2, а я 8. Номер 16, Семен Глазов, Турбина. Номер 1, Максим Караченцев, Восток. Номер 13, Сергей Кузин, Турбина. И номер 2, Вячеслав Казанчук, Восток. Thank you.
финише был номер 9 Денис Гизатуллин, Турбина. Третьим заезд закончил номер 3 Алексей Харченко, Восток. И последним в заезде был номер 4 Михаил Клевер, Восток. Время заезда, дорогие друзья, 70,7 секунды. Видеоспорт Мото. Ренат Гафуров, Восток. Номер 15 Эмиль Сайфутдинов, Турбина. Номер 6 Михаил Скачко, Восток. И номер 16 Семен Власов, Турбина. Эмиль Сайфутдинов, Артем Лагута и Семен Власов.
одержал номер 8 Григорий Лакута, Восток. Вторым на финише был номер 15 Эмиль Сайфутинов, Турбина. Третьим заезд закончил номер 13 Роман Палажный, Турбина. И последним заезде был номер 7 Артем Лакута, команда Восток. Время заезда 69,9 секунды. С вами 13-й заезд соревнований, и в нем принимаю старт. Номер 12-й Сергей Кузин, Турбина. Номер 2-й Вячеслав Казачук, Восток. Номер 9-й Денис Кизатурин, Турбина. И номер 5-й Ренат Гафуров, Восток. Итак, друзья, ну, вот сейчас все и начнется. Поддержим, поддержим! Номер 1 Максим Гореченцев, Восток. Вторым на финише был номер 8 Григорий Лакута, Восток. Третьим заезд закончил номер 13 Роман Поважный, Турбина. И последним заездом был номер 10 Владимир Бородулин, Турбина. Время заезда 69,5 секунды. Ну что ж, вот так, дорогие друзья. Разом 4 очка отыграли приморцы и сократили до минимума превосходство спидвей клуба «Турбина». Видео спорт мото.
Семен Власов, Алексей Харченко и Эмир Сальфудинов. Ну, и я думаю, что сейчас все благо должно поддержать наших парней. Алексей Харченко, «Восток». Третьим закончил номер 16-й Семен Власов, «Турбина». И последним в заезде был номер 7-й Артем Лакута, команда «Восток». Заезд под номером 15-й. А номер 13-й Роман Поважный, «Турбина». Номер 5-й Ренат Гамшонин, «Восток». Номер 9-й Денис Гизатурин, «Турбина». И номер 1-й Максим Коренчицев, «Восток». Максим Караченцев, «Восток». Вторым на финише был номер 5-й Ренат Гафуров, «Восток». Третьим заезд закончил номер 13-й Роман Поважный, «Турбина». И последним в заезде был номер 9-й Денис Гизатуллин, «Турбина». Время заезда 68,5 секунды. Таким образом, дорогие друзья, в сегодняшнем матче со счетом 45-44 победу одержала команда «Восток» из города Владивосток. Ну что ж, дорогие друзья, наша команда сделала все для того, чтобы победить. Но вот так распорядилась «Фортуна».
И, к сожалению, дорогие друзья, к сожалению, всех болельщиков Балакова, именно так закончился сегодняшний матч. Ну что ж, я думаю, будут еще победы. Не стоит унывать, дорогие друзья. Я думаю, что все у нас будет хорошо. И мы обязательно будем побеждать. Ну а мне остается только сказать вам огромное спасибо за то, что пришли, за то, что болели, за то, что были с нами. До свидания, друзья. Как говорится, до новых встреч. Да, следите за рекламой. И вы знаете, когда состоится следующая гонка на стадионе «Труд». Всего доброго. Всем удачи. Видео спорт мото.